Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. Ну и кто хочет поддержать меня, может стать спонсором канала, получить авторские эмоджи и значок от меня. Тут есть несколько уровней спонсорства, поэтому выбирайте тот, который вам нравится, и оформляйте. В этом ролике хочу показать одну NFT-игру, называется Spider Tanks. Покажу, как и где ее установить, ну и про заработок. Начнем с самого начала, как и откуда установить игру. Заходим на сайт Gala Games, я его называю Steam в мире NFT. Тут много разных игр, но на данный момент нас интересуют только танки. Жмем регистрация, ну и далее по инструкции сайта регистрируемся. После регистрации жмем на вкладку Games, тут ищем Spider Tanks и устанавливаем. Кстати, тут есть реферальный код друга, поэтому оставлю свой код в описании. Кому не лень, просто скопируйте и вставьте его. Я так и не разобрался, что за него дают, но пусть будет. После установки игру запускаем через сайт. Ну и далее самое интересное. Можно ли заработать тут, не покупая Gala Gold, не покупая NFT танки и пушки, а просто играя? Ответ да, можно. Тут есть программа пилот. Заходим в игру, в игре заходим в гараж. Тут жмем галочку. И теперь мы участвуем в программе пилот. Тут мы играем на танках, которые купили другие игроки и сдали их в аренду. А заработанные очки уже делятся с владельцем танка. Каждый раз разные танки дают нам. От супер мега редких, где можно за бой получить более 1000 поинтов, до обычных, где можно получить по 0.1 поинту и даже меньше. Если у вас есть NFT танк и пушка, вы также можете сдать их в аренду, и он пассивно будет приносить вам победные поинты. Чем более редкий танк и более прокачан, тем больше будет оставлять ваш заработок. Так, супер редкие танки за бой могут получать больше 10 тысяч поинтов, если вы являетесь владельцем этого танка. Кстати, тут также можно покупать земли, это карты игровые, и на них будут играть другие игроки. А вы будете пассивно зарабатывать. Увы, у меня нет земель, чтобы показать, какой заработок. Но есть NFT танк, только он совсем не прокачан, и он не редкий. И приносит, ну прям, мизер с аренды. Поэтому я буду его прокачивать, и в будущем совсем скоро узнаем, сколько можно получить поинтов на самом дешевом, но прокачанном танке. Поинты начисляются только за победы, поэтому тут нужен скилл, чтобы побеждать больше, ну и везение на прокачанные и более редкие танки. Ладно, вернемся к геймплею игры, а после уже поговорим об очках и токенах. Заходим в гараж, и тут мы можем выбрать два активных навыка. Если вы хотите проверить все навыки, для этого есть режим выживания. Убираем тут галочку пилот, возвращаемся в главное меню, жмем play и выбираем режим выживания. Далее подъезжаем тут к точке, где написано гараж, выбираем любые навыки, читаем описание, проверяем их. Смотрите, каждый навык тратит энергию, поэтому не советую выбирать два навыка, которые, к примеру, по 7 энергии, ведь у вас максимально 10. Да, во время боя вы накапливаете энергию, но все же лучше это учесть и взять, к примеру, ускоритель. Очень помогает в бою и требует всего лишь 4 энергии, и к нему уже добрать, что вам понравилось. Я в основном еще беру хилку. Очень помогает во многих режимах игры. Какое самое лучшее сказать не могу, тут уже каждый сам решит для себя после того, как поиграет. После того, как вы выбрали себе навыки, не забудьте вернуть галочку пилот, если у вас нет своего NFT танка. И жмем play. И выбираем battle matchmaking. Бои проходят 3 на 3 в разных режимах. От собирания яиц с уничтоженных танков до удержания флага. В общем, режимов много, вам не надоест. Итак, сколько же можно заработать, не вкладывая? В танках за победу мы получаем очки, которые в свою очередь переводятся в Silk Token. Распределение Silk в конце дня определяется соотношением победных очков к Silk за этот день, которое в свою очередь зависит от количества победных очков, накопленных каждым участником в конце дня.
а также текущего спроса и приложения на силк. В двух словах, нет определенного соотношения победных очков к силку. Но на данный момент, к примеру, за 2,5 часа игры я получил чуть более 1000 поинтов. Иногда я получал 700 поинтов, иногда еще больше получал. Но, в общем, 1000 поинтов составило 1,2 силка. Как вы видите, сейчас вся крипта в упадке, поэтому и токен полетел вниз. На данный момент без вложения 2-3 силка играя можно получить. Но играть нужно хорошо и чтобы везло на редкие танки. И думаю, играть нужно примерно 5-6 часов. Но может кто-то получил за более короткий промежуток еще больше токенов. Напишите в комментариях, сколько в среднем вам удается получить силок и за какое время. Как вы видите, в этом бою у меня легендарный танк, я получил 175 поинтов за один бой. А мои тиммейты по 35 и 0.58. Да, вам может выпасть топ танк, на котором вы получите более 1000 поинтов всего лишь за одну игру. Более подробно о NFT танках, о прокачке их. И как все это влияет на заработок, расскажу уже в следующем ролике. Этот ролик предназначен для знакомства с игрой и понимания, стоит ли тратить свое время на игру. Ну и подытожим, стоит ли играть. Эта игра предназначена для геймеров, ведь без каких-либо вложений уже можно заработать хоть какую-то копейку. А так зайти вечерком пострелять с друзьями на пару часиков. Я лично играю и получаю удовольствие от того, что игра веселая. И какие-то токены можно нафармить. Ну а для тех, кто хочет вложиться и заработать больше денег, думаю, вам для начала нужно просто поиграть, посмотреть, что к чему. У меня нет редкого танка, чтобы что-то советовать, но как я вижу, что на редких танках, к примеру, эпик или легендарный от 10 силка уже можно заработать в день. Может и больше, но это нужно проверять, но, увы, на данный момент такой возможности нет. Как-то так, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.